Ребята, с вами Слава, и вы на канале Тики-Таки Кук. И мы сегодня с фиксиками будем открывать какие-то интересные игрушки. Давай покажем ребятам поближе наши интересные игрушки. И расскажем их, что у нас есть, какие игрушки. Это у нас боевой жук, легенда Мары. Вот такой вот. Еще здесь с этими жуками проводят соревнования. Они соревнуются друг с другом. Так, это у нас лягушки такие разноцветные. И они очень высоко прыгают. Ярослава уже достает жука. Вот так вот они прыгают и перепрыгивают друг через друга. Оп! Мы тоже посоревнуемся с лягушками. Вот еще батарейка запасная. Вау, там еще есть батарейка. Запасная. А ну-ка давай, ты ее достала уже, да? Да. Есть батареечка. А ну дай сюда жука. И есть вот такой вот жук. Прикольный такой. Так. Здесь есть кнопочка. Ой, это запасная батарейка. Как он вибрирует, а ну-ка. Он ездит по столу. Смотри. Сейчас он к тебе лягушку привезет. Не хочет. Так. Какой сильный. Смотри, что он делает. И жужжит. Крылья у него... Нет, они не поднимаются, крылья. Так, жучок, паучок. Ух ты, как он рулит. Ой. А ну-ка, Ярослава, лови жука. Видишь, он поворачивает, по кругу ездит. Нет, по руке он не будет ездить. Ему нужна ровная поверхность. Ставь его на пол. Ой, ух ты. Держится. А ну-ка направь его на нолика. Пусти его к нолику. Пусть к нолику едет. А ну-ка. Опа, завернул. Видишь, не хочет, поворачивает. Ух ты, смотри, нолика тащит. Какой сильный жук. Залим нолика. Давай его пока вместе выключим и откроем еще нашу одну интересную игрушку. Давай, выключай его, Став. Вот еще такое есть у нас игрушечка. Какой-то монстрик. Прыгучий. Здесь вот вся коллекция этих монстриков. И вот здесь указано, что на него нужно нажать, придавить его к столу, бросаешь, и он высоко прыгает. Нолик, ну, сейчас мы посмотрим. Нолик на лягушке. Нолик на лягушке? Да. Давай как-то его будем открывать. Как же его достать? А ну, Ярослава. Давай попробуем открыть его. А ну-ка давай попробуем вот так открутить эту банку как-то. Ну, интересно, как же ее здесь запаковали. Сейчас я ее открою. Твоя. Сейчас откроем. О, еле достала эту игрушку. Ух ты, какая смешная. Какой рот большой. Глаза. Руки по-интересному как-то сделаны. Би-би-би-би-би-би-би. Так, ну что, попробуем прыгать. Как он там прыгает? Наклейки какие-то у него есть. Наклейки какие-то есть. Ну, то наклеили ему глаза. Здесь вот еще есть инструкция. К этому попрыгунчику есть инструкция. Вот показано, что на руку его можно садить и бросать. И на голову нужно прижимать. Ну давай мы на руку не будем тебе садить. Давай. Да, вот так вот будем пробовать. А ну-ка. Ух!
Нажимай сверху на голову и бросай. Придавливай. Ой, что-то он у нас плохо прыгает. Ого! А ну-ка давай попробуем. Ой. Что такое? Не получается. Опа! Ничего себе сальто. Так, смотри, как мы его прижали. Смотри, одна голова осталась. Эй! Одна голова и руки по бокам. В инструкции написано, что он прыгает до 1.5 метра. Подпрыгивает. Опа! Высоко прыгает. Вот такой вот прикольный у нас попрыгунчик, да? Ярослава, давай поиграемся с жабками. Какую жабку ты выбираешь? Какой цвет? Какой цвет ты выбираешь жабки? Вот такой. Я мальчик. Синим? Ну, а я тогда возьму желтую. Давай попробуем, как они прыгают. Опа! Перепрыгнули через Симку и Нолика. А что ты жука бросила? Он сейчас уедет от нас. Пусть он отдохнет, постоит. А ну подай мне жабку. Давай будем прыгать с тобой. Нажимай сюда. Нажимай сюда на жабку и будем прыгать. Опа! Опа! Ух ты! Да. А давай сделаем им препятствие какое-то, да? Ой. Давай возьмем такую тарелочку. И будем сюда запрыгивать. Ой. А ну-ка, давай ты первая. Не получилось. Так, теперь я... Ой, перепрыгнула. У тебя получилось. Молодец. Так. И Нолика сбила. Ярослава, ну как у тебя получается? Я не могу запрыгнуть. Ну что она у меня перепрыгивает? Получилось! Неправильно! Вот так надо, чтобы она... Так надо, чтобы... Ну, давай еще раз попробуем, давай. Угу. Давай, кто первей запрыгнет? Давай. Что такое? Молодец! Ой, опять Нолика сбила. Сейчас я к тебе запрыгну. Так. Что такое? Так. Ну что такое? Я не... Молодец! Опа! Я попала! И жука как-то вылезла. А можно включить жука и сюда его посадить. И будут к нему прыгать лягушки, а он будет их там ловить. Ждать их. Давай. Ой! Опа! Ярослава, получилось! Неправильно. Неправильно? Давай, жучок, чтоб тебе не скучно было, сейчас мы к тебе. Жука, жука, жука. Опа, смотри, как лягушка у меня. Смотри, как встала лягушка в тарелку. Видела, как зацепилась? Ого. А ну давай еще. Ты хочешь дальше расстояние побольше сделать, да? Опа! Попала! А как ты так? Близко! Ты ж бьется твоя жабка об тарелку. Близко! Давай, запрыгивай! Выключим нашего жучка, чтобы он не жужжал. Все, получилось! Классная игра у нас сегодня, да? Всем пока, подписывайтесь на канал.